Один из самых известных преступников Франции Редуан Фаита сбежал из тюрьмы на вертолете. Машина приземлилась прямо на охраняемой территории исправительного учреждения. Из-за решетки преступнику помогли выбраться вооруженные товарищи, которые забрали его из комнаты для посещений. После инцидента вертолет нашли сгоревшим недалеко от Парижа. Фаит отбывал 25-летний срок за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейской в 2010-м.